Гала пишет, узнала от эха, волосы дыбом, не верилось, что это происходит в реальности. В Москве, в постели с эфиром эхо, пишет Фортуна, в шоке и недоумении, не было сил покинуть дом, комнату, постель. Листен Каллигин пишет, 24-го в чате близких друзей появилось сообщение «началось». А дальше все как страшная фантазия. 27 февраля российские войска зашли в поселок. 5 марта мы смогли выехать живыми. Страшно, война закончится, а ты останешься среди этих людей. И как дальше с этим жить? На работе написала новость в рабочий чат. Все были еще не в курсе. Через какое-то время пришел отклик, что мы многого не знаем, не все так однозначно. Больше туда не писала. Но помню, что первым делом написала однокурсница из Киева. Спросить, в порядке ли они. 2 недели рыдала. Плакала и просила прощения у знакомых украинцев, которых до этого убеждала, что никогда. Шок до сих пор со мной. Мастер Мови, я живу в Херсоне, рядом Чернобаевка. То утро началось с гула ракеты и через 5 секунд взрыв в аэропорту Чернобаевка. А был прекрасный, почти весенний день, но в один миг все перевернулось, началась война. Артур Панфилов проснулся в 7 утра, включил эхо и охренел. Курил каждые 15 минут, в голове все смешалось. Алиса в стране не чудес. Проснулась рано, всю неделю скроллила новости, рыдала, звонила всем и пыталась понять, что делать. Дмитрий Ледовский пишет, я не сразу узнал, не включал телевизор и интернет, а потом... Умер, наверное, не мог дышать несколько дней. Только подвывал и пытался вдохнуть. Сон? Какой сон, когда не можешь дышать? Светлана Смирнова пишет. 24-го проснулась и сразу в Телеграм. Ужас. Начала плакать, позвонила в Харьков. Жизнь оборвалась. Позвонила маме и сказала, что я сейчас поеду и перекрою Южное шоссе. Тебя посадят, ничего не остановишь. Ольга Пинковского-Вакалюк, дочь 16 лет, была в Киеве, я в Луцке. Она меня разбудила и сказала одновременно со звонком, я услышала 2 взрыва. Соня весь день пыталась выехать, целый день созванивались, и я почему-то не падала духом. Людмила Новокрещенова узнала, собираясь на работу, от эхо. В ужасе позвонила еще не знавшей двоюродной сестре в Винницу и сообщила ей чудовищную новость. «Мы на вас напали». Микола Южный. Неделю пил, не плакал столько с детства. Жизнь изменилась на 100%. А Валентина пишет. 24 февраля для меня длится уже год. Один день, как день сурка. Таня Букина. Я рыдала весь день. У меня чат с девчонками из Украины. Книжный клуб. И я начала писать им буквально. Простите меня, если можете. Если прогоните меня, я пойму. Но мы общаемся по сей день, весь год. Я встала в 4, спокойно поработать. И впервые не слушала эхо. Узнала поздно. Моя команда – украинцы. На встречах мы ревели, а потом не виделись месяц. Александр М. пишет. Проснулся в 9 утра. На телефоне пуши от медузы. Ужас, оцепенение. Поднялась температура. Весь день пролежал в постели. Смотрел ютуб. Георгий Гейм пишет. Весь день был на дожде и эхе. Весь день ревел над трансляциями. Диана пишет, рыдала 2 недели, просыпалась по ночам и тоже рыдала. Сначала мама, а потом и папа оказались зомби. Узнала об этом 24 февраля. Сутками скроллила телеграм. 2 недели не мог работать, пока не поехал к психиатру за антидепрессантами. Звал друга из Киева приехать жить к себе. Оксана Белозерова пишет, помню только вечер этого дня. На Невске вышла целая толпа, разгоняли всех. Окна на работе выходят на гостиный двор. Не могла работать, плакала. «Твой страшный сон», пишет. «В 4:45 проснулась от сообщения подруги. Началось. Потом через пару минут другая из другого города. Нас бомбят. Дома, выходной, муж разбудил, сказал, что Россия напала на Украину и бомбит Киев. Позвонила родителям, но они лишь посмеялись. Ой, да ладно, эта война через 2 часа закончится».